Всем привет. Я продолжаю баловаться на этой карте. Ой, я сейчас выкину олово, которое мне нужно. Ой, я сейчас выкину еще что-то. То, что... Нет, не выкину. Так, а вот это выучить. И олово тоже выучить. И забрать как раз тыквенными семенами. Да, мне дали семена тыкв. Вот они, кстати. 8 штучек. Прекрасно. Также мне нужно ведро. Алмаз. Алмаз — это то, что надо. Пустое ведро становится ведром с водой. Да, я еще этого не делал. И воду можно вернуть, где была. Также мне потребуется песочек. Ну, то есть не песочек, а земля. Как-то вот вокруг вот, это, вот этой штуки. Ну, даже, наверное, вот здесь тоже. О, мне сейчас надо будет строить. Все прекрасно. Также мне нужна земля здесь и здесь. Сюда я поставлю факелы, чтобы горели. Палки. О, кропсы нужны. Палки. Одна палка. Вторая палка. Мне нужна тяпка. Я буду тяпать. И мне нужен камень. Потому что я сейчас буду тяпать и свалюсь вниз. Я этого не хочу. Поэтому я здесь сделаю себе небольшую площадочку. И на самом деле сейчас мне придется начать строить. Мне сейчас придется начать много строить. Дело в том, что мне не дадут глину еще очень долго. Соответственно, из-за того, что у меня нету глины, у меня нету... моего любимого инструмента Mercurial Eye. Ну, соответственно, EMC на него тоже пока не хватает. Ой, я не хочу этого делать. Я даже, наверное, не буду скрещивать ничего. У меня есть более интересная мысль о том, как получить всякие неожиданные растения. Сейчас нам придется сделать адскую, страшную, хитрую вещь. Так, стоп. Мне нужно последний кусочек семян. Черт, нету семян. А, вот они, pumpkin seeds. Да, я буду растить тыквы. Причем, прямо сейчас тыквы мне не нужны, но они потребуются мне потом. Так что пусть растут. Не забываем кормить нашу единственную EMC-машину. Ну, пока что единственную. Дальше. Мне нужно очень много камня. Ну, не то чтобы очень много, но его должно быть достаточно. Дальше. Мне нужно еды. И, кажись, хватит. Да. Стоп, что я сделал? Мне это нужно будет потом. Сейчас мне нужно это. Стоп. Ну, если я начал заниматься этим, то нужно восстановить мои запасы резины. А, кстати, что-то как-то резина кончает. Резина жжется. Я думаю, что вот столько будет нормально. Так, поехали. Ой, не хватает чуток. Да, они успели пожарить по полстека, что приятно, что позволяет мне закидывать в эти печки ровненько. Так, резину сделали. То же самое с железом. Железо придется взять из Клайнстар. Стоп. Из Клайнстар он намерен брать. Ха-ха. У него есть алмазы. Свежеприготовленные. Для этих целей взять железика и точно так же наполнить машинки. Стоп, а вот это должно влезть. Да, это влезло в мой Квайнстар. Как ровненько. Квайнстар мне тоже сейчас пригодится. Сейчас я хочу сделать маленький мессераторный заводик. Конечно же, как вы помните, я хотел мессерировать глейзроды для получения EMC. И это будет моя основная EMC-машина. Поэтому мессераторный заводик, ну, он в кавычках маленький. Я думаю, вы примерно представляете объемы моего производства. Так, это сюда. Это пока сюда. Да. Ну, ладно, пусть и то, и другое у меня будет. Мне нужна, кстати, если честно, мне нужна больше медь. Раз, два, три.
Не, ладно, пусть этого пока не будет, пусть оно не мешается. Медь, резина. И, значит, у меня сейчас будет проводов много. Ай. Я сейчас себе сделаю стек электронных контуров. И у меня всего хватит. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну, собственно, что я парюсь? Я просто использую два стека редстона и стек железа. И таким образом я отконтролирую, сколько же именно и чего я произвел. Железо. Редстона. А, проблемы. Очень неприятные проблемы. Нужен Клейнстар побольше. Но, к сожалению, прямо сейчас я этого позволить себе не могу. Стек контуров. Стек... так, ладно. Стек угля... Ой, не угля, как он называл. Да, вот этого три стека. Я могу сделать себе стек машинных блоков? Это приятные новости. И, соответственно, нужно два стека камня. Для того, чтобы все это хозяйство... не то взял. Да. Превратить в мессераторы. О, чистенько. Я за собой почистил. Так. Можно сделать даже вот так. И так. Ребята, это стек мессераторов. Познакомьтесь. Мне нужны провода. А, не, мне нужна площадка для строительства. Где-то был камень. Да, камень есть. Теперь нужны факелы. Ну, потому что я бы не хотел, чтобы у меня возникли проблемы. Факелы, камень. Все. Можно идти строиться. Как я понимаю, одна секция моего мессераторного завода будет занимать... область 9 на 9. Соответственно, вот здесь вот я ставлю факел, типа здесь начало. А вот здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и стеночка. Во. Что-то я тут решил строить честно. И снизу оно будет смотреться как большая квадратная фигня. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пора освещать, а то я уйду слишком далеко. Это будет не прикольно. Освещать, наверное, через одну клеточку, потому что я не знаю, что здесь будет, когда я буду строить. Надо выключить звуки порталгана. Да, как-то так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще три клеточки. Семь. Восемь. Девять. Стеночка. Стеночку здесь я точно буду делать честную, потому что потом я ее снесу и продолжу вот эту площадку, потому что у меня будет два мессераторных заводика. Но пока заводик всего один. И стеночка тоже одна. Где брать блейзроды? Блейзроды, но их обычно берут в Нейзере. Собственно, сейчас в Нейзер за блейзродами, ну, после того, как я установлю массераторный заводик и заставлю его массерировать золото и медную пыль для бронзы, вот туда я и пойду. Кстати, начало светать. Мне очень нравится, что начало светать. Эй. По-моему, у меня... Да, у меня все очень плохо здесь. Придется покормить машинку. Ее нельзя выключать сейчас, потому что это пока что это мой единственный источник EMC. А я EMC, к сожалению, только трачу. Так, и это сюда. Сделали площадочку 9 на 9. Ну да, она большая.
Но я хочу, чтобы у меня было место для того, чтобы я мог ходить. Ну, я же обслуживающий персонал. Вот для обслуживающего персонала должно хватать места для того, чтобы ходить вокруг. Ну, и, собственно, машину обслуживать. Это просто мусораторный заводик. Так. Все, теперь все здесь осветить. Не забыть. Ладно, ой, как неудобно. Сделать вот так. Сойдет. Может строить. Ну, то есть, я построил, можно делать заводик. Тяпку я выкинул. Все, здесь у меня сундук с инструментами. Выкинуть все лишнее. Client Star полный. Это клево, но не настолько клево, как хотелось бы покормить мою машину. У меня есть провода и массераторы. Ну, конечно же, этого недостаточно, но все же. Итак, здесь у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня здесь будет 8 массераторов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Здесь у меня будут трубы. Здесь еще трубы, трубы. Здесь массератор. Нет, стоп. Массераторы будут здесь. Да. Я же их вот так вот цепляю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прекрасно. Расставляем массераторы. Дальше мне нужны моторчики. Это значит 2 стека шестеренок. Не вопрос. Два стека шестеренок делаются из дерева. Правда, дерева нету. Но теперь дерево есть. Черт, мне нужно 2 стека дерева. Ой. Грибы это, конечно, клево, но не сейчас. И все, ЕМС хранится здесь. Излишнее. Да, я не забываю кормить мою машинку. Ну, поехали. Нет, здесь есть какие-то лишние шестеренки, значит, делать будем здесь. Палки. Это будет 2 стека палок. Это будет стек палок. Нужно вот так. Фига себе, палочек. Ну да, мне нужно 2 стека шестеренок. И стек пистонов. Стек, я сказал. Фу, позор. О, и стек стекла. Да, я делаю деревянные моторчики в количестве. Ну, кстати, их можно сделать здесь. Деревянные моторчики в количестве одного стека. Дальше мне нужно сделать выключателей. Я не откажусь от сразу стека. Потому что выключатели обычно нужны. Ну и, собственно, можно идти устанавливать. Нет, нельзя, рано. Если я сейчас что установлю и забуду, у меня все взорвется. Поэтому. Трубы деревянные. Стек. Сойдет. Трубы каменные. Где-то были. Были же. Мало. Это не трубы. Трубы железные. Ой, что я делаю? Тоже много. Все, всего достаточно. Трубы железные, трубы каменные. Можно их устанавливать. Посередине выключатели. Я, кстати, не понимаю, почему выключатели иногда устанавливаются по-разному. Что от этого, от чего это все зависит, но мне это не важно. Трубы. И еще трубы. Так, сделали. Выключатели включены. Теперь можно включить моторчики.
Моторчики, к сожалению, сейчас установятся как-то очень по-дурацки. Ну да, гудкрафтовские моторы устанавливаются, как им бог на душу спридет. Они находят ближайшее чего-нибудь, куда можно слить свою энергию. Ну и, соответственно, ближайшее что-нибудь, куда они сливают энергию, это соседний мотор. Да, это у них есть такая фишечка. Где-то у меня был гаечный ключ для подобных ситуаций. Немедленно все почините. А то ведь взорвется. Так. Ну все, выглядит уже нормально. Что дальше? У меня есть лесенки. Лесенки — это как раз то самое для обслуживающего персонала. И я, наверное, ее поставлю здесь. Да, я могу залезать наверх. И этого мне достаточно. Моторов, конечно же, осталось много, но, как вы понимаете, это не все масераторы, которые я буду использовать. Тут будет сурово. Мне нужен конденсер. Конденсер. Здесь. Почему бы и нет? Здесь именно железная труба. И теперь можно все развернуть так, чтобы работало правильно. В конденсер ничего класть не буду. Кстати, эти трубы не разворачиваются к деревянным, что вам приятно. Чтобы я сейчас накликался. Все идет в конденсер. Прекрасно. Что я прямо сейчас буду массерировать? Прямо сейчас я буду массерировать те пыли, которые нужны для того, чтобы сделать... Вот, три. Раз. Глоустонную и бронзовую. Все. Можно загружать. Только, к сожалению, у меня нету электричества. Они, кстати, сами уедут в конденсер, и он выключен, так что я их найду в конденсере, как ни в чем не бывало. Так. Еще разок покормить мою машинку. Ну да. Раз уж проходил мимо, то будь добр, покорми. Трубы пока больше не нужны. Что мне нужно? Мне нужно сделать питание для этой штуки. Прекрасно. Так, мне еще нужно железо. Даже много. И мне нужно 2 стека камня. Да. Потому что 2 стека печек. И... Стоп. Здесь нельзя этого делать, потому что здесь есть лишний камень. И у меня получится больше, чем 16 печек. 16 печек. Да, я делаю 16 генераторов. А если я делаю 16 генераторов, мне нужно 16 батареек, но это ровно один стек меди. Что приятно. Могу ли я забрать... Да, я сейчас заберу всю энергию, которая... Ну, то есть всю фигню, которая здесь есть. Стека редстона должно хватить. Стек батареек, ура. Батарейки. Жареное железо. Что сразу говорит мне о том, что... Дурень, вспомни, у тебя жаривает железо. За ним нужно сходить проверить. Собственно, что я сейчас и сделаю. Стоп, вот это мне надо. Мне нужно железо и резина. Железо где-то... Ну, железо вот. Черт, не, железо кончилось. Железо дожарилось. Резина, видимо, дожарилась тоже. Потому что я давно туда не приходил. Да, резина дожарилась. Ну, какие проблемы? Резину сейчас пожарим. EMC много. Ну, надеюсь, что много. Да, EMC нормально. Мне сейчас придется спасать мою дурацкую... Кстати, да... всего много. Мои дурацкие конденсеры от переполнения. Но не прямо сейчас. Сейчас я занят. Дайте, пожалуйста, все, что есть, резиной. Это много резины, по-моему. Да. Резиновая смола. Так. Просто об этих печках нужно теперь не забывать. Прямо сейчас то, что они делают, мне не нужно. Но мне нужно, чтобы они продолжали работать. Просто, чтобы у меня в какой-то момент
было достаточно всего. Что теперь? Порталган есть? Вот эта фигня есть? А, стоп, нет. Мне нужно сделать... Ой, у меня есть олово. Но мне так много, как можно сделать из этого олова, не нужно. Столько будет достаточно. Конечно же, я сразу делаю геотермальные генераторы. И железка кончается. И мне нужно стекло. Что-то как-то мало стекла, ребята. Так, геотермальные генераторы у меня есть. Пошли их устанавливать. Также мне нужно, конечно же, лавовое ведро. Лавовое ведро. Это мой основной источник энергии. Сделали. К сожалению, выучить его нельзя. Но можно сделать вот так. Да. И еще сюда ведро можно кинуть. Ой, черт. Я обещал помочь моим дурацким конденсерам, у которых все не слава богу. Так, все некрасивые, ну, то есть хорошие цветочки. Я у вас забираю, извините. А, по идее, нужен еще один конденсер. Кстати, если он нужен, почему бы его не взять? А, дело в том, что EMC у меня достаточно. Чего я парюсь? Это еще один конденсер. О, это будет конденсер, который будет стоять здесь. И делать мне, собственно, вот эти лавовые. Где я их делал? Здесь я. Стоп, а где я их делал-то? Все, да, здесь. Хватит. Хватит. Вы здесь делаете алмазы. У вас все хорошо. А вот все, что вам не нужно, я скидываю сюда. И здесь мы делаем вот эти штуки. Эй, выключатели, это святое. Не трожь. Фу-фу-фу-фу-фу. Все, пусть работают. Так, здесь хорошо. Здесь все очень плохо. Но мы скинем это в этот конденсер и забудем об этом как о страшном сне. О, мусор ушел. Можно, конечно, еще положить в этот конденсер, но я не хочу ничего конденсить, потому что если я забуду, то вся моя мастерация пойдет на смарку. Так, ну, конечно же. Сделать вот так. Конечно же, сделать вот так. Что дальше? А, дальше все очень просто. Дальше нужно запустить мои мастераторы. Все очень интересно. Я не просто так разместил. Так, раз, два, три, четыре. Я не просто так разместил эти штуки в таком интересном порядке. Это сюда, да. Мне нужно... 3 стека банок. Сюда, сюда. Наливается. И, конечно же, немножечко добавить до полного стека. Так, вот эти мастераторы заработали. Скоро все, что они отмастерят, будет отправлено ко мне в конденсер, который пока что просто сундук. Да, конечно, на 8 мастераторов достаточно одного генератора. И то, что я сейчас делаю, это вовсе не экономия времени. В какой-то определенный хитрый момент, да-да, эти мастераторы начнут потреблять больше. Ну, да, я буду делать оверклокеры. Ух ты, мне не хватает EMC здесь. Потому что я... сколько всякой гадости я туда сейчас отправлю. Ну, ладно. А, там электричество не нужно, а тем, которым электричество нужно, я уже все выдал. У меня осталось 12 генераторов. Теперь, наконец-то. Вот оно. Вот он час X, вот оно счастье. Ну, ладно. Алмазы алмазами. Я хотел покормить мою дурмашину. А, мы идем вниз. Алмазы не нужны. Много камня нужно. Я хочу видеть состояние моего Queen Star. То есть, сколько у меня там чего. Это сюда. А, портал стоит. Я как бы спуститься вниз. Ну, видимо, вот так. Здесь нужно поставить столбик. Для того, чтобы...
Ё. Я больно ударился низом. Так. Ну, вот так, наверное. Да, получилось сделать так. Ой. Ой, как все плохо. Это желтый портал. Значит, желтый портал нужно поставить вот сюда. Синий портал внизу, желтый портал сверху. Прекрасно. Супер. У меня выросли тыквы. Что дальше? Помните, у меня там была специальная хитрая комнатка для спауна свиней? Ой, йо. У меня же была специальная хитрая комнатка для спауна свиней. Что я забыл сделать, знаете? Я забыл одеться. Ага. Но у меня здесь есть портал. Так, а во что я одеваюсь? Ну, конечно же, я одеваюсь в броню из железа. Мы не гордые. Броня. Броня, да, там потребуется сейчас. Очень много брони. И на самом деле, наверное, все оставшееся время я буду в ней ходить. Это, конечно, не лучший вариант, но это самый дешевый. Ну, это нормально, это хороший вариант. Ой, что я делаю? Во, теперь можно идти сюда. А теперь смотреть. Свинья. Свинья, вы помните, что я вас обижал? Вон тут экспа лежит. Не помните. Это очень хорошо. Заходи, заходи. Все заходим. Здесь закрываемся. И я делаю крышу. Потому что если вы будете пытаться вылететь, я не хочу, чтобы вы вылетали. Дальше. Что самое интересное в нашей ситуации? Крыша на высоте 2. То есть если вы захотите стать гостами, то, ребята, извините. А вы здесь застрянете и сдохнете. Так, ну уйдите уже отсюда. А вот это что такое? Здесь этого не было. Так, все. Ну что, полетели. Он не работает с близкого расстояния. Нужно расстояние далекое. Ну ты будешь в лейсбург вращаться. Умничка. Лейзрот. Вуаля. Все. Ой, меня сейчас, по законам жанра, меня сейчас спихнут с этой дорожки всякие вот эти вот оранжевые уроды. Закрываемся и уходим. А эти товарищи сквозь портал не ходят. Ха-ха. У меня есть Блейзрот. И у меня есть портал наверх. Супер. Да. Мне нравится. Прямо сейчас я превращаю все, что у меня есть, в блейз-паудер. И начинаю мастерировать Glaze Powder, господа. Да. Glaze Rod. Пожалуйста. На все. Мне должны были... Да, 3-4. Все, 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 что нужно есть. Это то, что мы будем делать. Я, кстати, проверил, что у меня работает моя чертова система всего. Сюда пошли вот эти вот штуки. Ну... Что у меня? У меня были как... Где-то когда-то у меня были алмазы, правда? Фига. Где-то у него были алмазы. Так, вот. Это идет в печку. Если у меня есть печка. Ну, ладно, это пойдет вот в эту печку. Это пока не нужно. Все, 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 все. Расслабились. Это, кстати, тоже пойдет в Глейзроды. Редстончика дайте, пожалуйста. Спасибо. Я хочу сразу выучить вот эти штуки. Да. Спасибо. Так, теперь это забирается. Да, с этим проблемы. Превратить все в Блейзроды. А, ну можно вот так сделать. Да. По 20 штучек алмазов превращать в Блейзроды. И все. Я забыл уже о том, что у меня когда-то была штука, которая называлась «Темная комната».
Моя новая штука называется мастераторный заводик, который мастерирует блейзроды. К сожалению, он не автоматизирован. И автоматизировать я его смогу только после того, как сдам задание про бронзу. Бронзовый век. Но, к сожалению, этим безобразием я буду заниматься чуть позже. Мне нужна угольная пыль. Да, мне нужна угольная пыль. Поэтому остальные две я засею углем. Где уголь? Настоящий уголь 20. Фига себе. Вот это интересно. Ну ладно, темная комната пока пусть. Нас еще немножечко покормят. Ай. 20 алмазов, да, это как раз почти полный Квайн Стар. Угля, стек. Ну что же, сдавать алмазы я буду в следующий раз. Ой, сдавать бронзу. А сейчас я уже наснимал половину. Да, 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 нам пора. Единственное, что я сейчас сделаю, это я покормлю мои генераторы. Генераторы нужно кормить, а то они расстраиваются. Их начали нагружать, но не по полной, пока только наполовинку. Но скоро их нагрузят по полной. Ну что же, счастья, радости. До встречи в следующей серии.